you are not complex, I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again, I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me, I swear I can't only touch one. Минуточку внимания, хочу посоветовать канал Бабай Гейм. Это канал Диего Траблы, то есть администратора первого сервера, с каким я часто в скайпе сижу, играю и так далее. Обязательно подпишитесь на его канал, я тоже подпишусь. Пока что на его канале нету видеороликов, но скоро выйдет два видео. Интервью с администратором он снимал и снимал, как он делал МП. Так что обязательно подписывайтесь, он будет снимать админ будни и так далее. Я вам очень советую подписаться. Ссылочка на его канал будет в описании. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Мазин Холиплей, первый сервер. Мы не Кирилл Путбуль. И как вы догадались по названию ролика, в принципе, может быть по превью, то что сегодня будет такая жесткая серичка. Я просто охренел. Сейчас расскажу, от чего я именно охренел. Но думаю, по названию ролика, в принципе, все понятно. Я зашел на сервер, прописал бусинес и просто охуел. Просто я охуеваю от всего этого происходящего, блять, что происходит с моим бизнесом. Это просто полный пиздец, отвечаю. Я просто в ахуе. Извиняюсь за маты, пацаны, но, блин. Ой, это просто жестко, понимаете? Это реально жестко. Это просто жестко. Вот. Сейчас я вам покажу. Сейчас я вам все продемонстрирую. От чего я так охуевший? Передай привет. Я с подписчиком, кстати, еду. Вот, Халид... Садулаев, привет тебе. Не знаю, я правильно прочитал или нет, потому что в английском я не силен. Поэтому, как прочитал, так прочитал. Проснулся я такой, короче, захожу на сервак, как обычно, прописываю бушинес. И просто охуеваю. Просто смотрите. Давайте я перед тем, как в банк зайду, пропишу бусинес. Смотрите, бусинес. Да ну нахуй! Ёбаный в рот, просто это за день, понимаете? Еще сейчас только 12 часов дня. Сейчас только 12 часов дня. И вот финка за сегодня. Это просто пиздец. Вы просто это видите? Это финка за сегодня. Ебануться просто. Это самый, наверное, прибыльный бизнес. Это не точно. Или точно. Или динар. Да, чувак, я снимаю. Я просто охуевший. Просто смотрите. Я думал, вчера финка была охуенная. Вот. Это финка за вчера. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Если чё. Не, стоп. Или здесь. Я что-то запутался. Так. Стопэ. А, это за сегодня финка. А я тебя люблю. Спасибо, пацанчик. Подписота. Короче, я думал, вот эта финка этого жену, охуенно. Но не тут-то было. Чувак мне дал 10 тысяч, спасибо тебе. О, двадцаточку. Еще спасибки за 20 тысяч. Давайте теперь их снимем. Баланс бизнеса 260 тысяч 560 рублей. Это нормально, ебать. Это нормально. Это просто пиздец. Я просто охерневший, реально. Ебать, я снял деньги, и у меня только что было плюс к уважению. Это сильно, конечно, угорнуло немного. Так, я деньги снял все, по-моему. Так, да. Я снял все деньги. И давайте положим. Положим мы лям 300 и в банк.
Спросите, почему у меня было больше денег, теперь меньше. Просто я Тимохе Домино дал лям обратно на машину. Поэтому у меня так маловато денег. Ну я реально, блин, просто в ахуе. Вы сами, в принципе, видели. Я просто зашел такой, думаю, сейчас гляну финочку, смотрю, ебаный свет, думаю, ого. Так бы каждый день, если бы капало, он, блин, я бы охерел на самом деле. Я бы на самом деле просто охренел. Вот, блин, хера себе Lexus модный. Я немного вот хуй. Ну как-то так можно прочитать, в принципе. Ну прикольно выглядит, красненький такой на дисках. Немного колхозный, но все равно прикольный. Просто этот спортзал меня просто удивляет. Я думал, что такого, как было в спортзале Батырева, никогда не будет, но это свершилось, в принципе. Начинается такая финка большая идти, просто жесть. И все это, в принципе, благодаря вам. Большое вам спасибо тем, кто ходит, ходил или будет ходить в мой спортзал. Вы просто красавчики. Я бы сделал саму тренировку, человек. У меня все выучено. Диего Куку. Диего Кирт, это бывший лидер ДПС, ушел на девятку, на админку, в принципе, красавчик. Красавчик. Куда устроиться можно, только, блять, не ДПС, там, пиздюки одни. Лол. Это, конечно, сильно. Я просто в шоке до сих пор. Я просто до сих пор в шоке, реально. Как так-то, блин, такая жесткая финка пошла. Блин, чувака крашнул. Я просто реально в шоке. Как может спортзал нести столько денег? Ну и что ты делаешь, рыжик? Да, еще по встречке, давай. Молодец, блядь. Красавчик. Ты сам напросился. Сука, ебаный античит. Просто вангую, да? Как всегда, античит, сука, делает свое дело, да? Да. А, я ж не смогу зайти. Ёбаный, запомните этого мудака просто, запомните его. Просто запомните. Дмитрий Сникерс. Если ты смотришь, ты гандон. Серьезно, он специально меня, блядь. Он еще и с кейсом, нихуя себе, ебать. Вот это поворот! Прикиньте, у него еще и кейс есть. Молодец, ебать, молодец. Вот как может этот спортзал нести такую финку? Я в шоке. Вот у меня в Батырево, да, была такая финка, но я не ожидал, что здесь будет такой же, в принципе, успех. Ну, думаю, на этом будем заканчивать. Всем спасибо, кто ходит в спортзал, кто будет ходить или собирается. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан, подписывайтесь на группу ВКонтакте, все ссылочки есть в описании. Заходите на сервер и ждите новых серий. Всем пока-пока. I was from the outside, I was from the north.